это, скорее всего, наверное, не этот мотоцикл для этого конкретно трюка надо. Ладно. Давай все-таки тогда хорошо, это мы поняли. Давай все-таки попробуем с этим, блядь, флагом. Господи, как же это, наверное, больно, если это был реальный человек, вот так вот без ничего одетый. Это не лапти, там ничего. Все, давай, завтра. Давай. Так, где эта дрянь там была? Ты... Где он тут? А, вот это деревце дебильное. Давай все-таки выполним этот. А, не туда поехали. Переехали назад, назад. Так, вот сюда, вот. Не, ну, оно позволяло точно вылетать. Да, хорошо, так в закрытой сессии, никто не мешает. Спокойно играешь, блин, все дела. Машины. Вот это ты гений. Ого, ты прям вылетел вперед так красиво. Да, не, ну тут, видишь, машины просто встали. Нам не повезло. Они стояли вот здесь вот на этом, на перекрестке. Я говорю, это же ты тут тоже еще этот момент случайности. Мы-то в онлайне играем. Так бы, конечно, трафика не было, было бы зашибись. Ну давай попробуем. По идее, мы должны на здание улететь. Куда угодно, но я так понимаю, не на здание, да? Смотри, мотоцикл как родной стоит и ждет. Давай еще разок. Потому что я почти долетал до здания, вопросов нет, я, короче, врезался, видишь, вот в этот флагшток американского, и он меня делал в итоге сальто и возвращал. Подлый флагшток. Да я тебе говорю, два раза, короче, считай, зафиксирована шляпа. Ну давай ты попробуй. Тогда тебе надо от дерева правее, то есть вправо от дерева прыгнуть, сделать прыжок вправо от дерева. Да. Такое тоже бывает. Вот так вот. На ровном месте. Вот, короче, дерево, только старайся право сделать. Ну да, давай назад. Ну ладно, подними просто колесо, да и все, Ctrl. Вот, читер пришел. Нет, ты не поднял колесо. Да вроде ж поднимал. Нет, не, это не вообще не поднимал. Так, сейчас подожди-ка, я его приглашу, может он зайдет. Стой секунду. А нет. Нету в сети. Вчера написала, что он в сети, а он нет. Ну, поднимать это левый Ctrl, по-моему, да? Ну, у меня так. Я настройки не ну, менял. Ну да, я вроде поднимал. Вот здесь вот надо. О! Челлендж выполнен. Плевать, каким образом, но мы это сделали. Ты чё, ёпта, ты чё, блядь, ты чё, челлендж выполнили, а ты тут начинаешь. Да, я тоже так умею, блядь, я тоже так умею. Страшно, блядь, я все клавиши жму подряд. Ладно, я уже труп, садись. Не, ну ты видел? То есть это можно выполнить? Да, чуть-чуть еще бы и было вообще классно. Тут лестницы всякие. Да, то есть я говорю, тут... Потому что мы не первые. Как говорится, это, тут главное, как всегда, вот, ой, под правильным углом попасть. Ну чё, челлендж выполнен, отлично. А вот тут вот мы так и не смогли выполнить челлендж. Почему, интересно, не могу понять. А ведь должны, ну давай попробуем еще разочек. А как вот у нас здание заехало, значит, мотоцикл не тот для того, чтобы заезжать на здание. Значит, надо ботинок набрать какой-то. Либо специальный мотоцикл, потому что этот продолжает лететь вместо того, чтобы... Ну, блядь. Ух! Как мы об уголок. Хрясь! Да ты что-то в реальной жизни... Так, это... ладно, сейчас я машинку покрашу. О, моя корыто закипела. Или нет, или это эти кипят. Ну давай сейчас, я попробую все-таки выполнить челлендж. Она не боеполу, не хочется. Просто понять, насколько он позволяет подлететь. Дал один раз подлететь. Можно, по идее, улететь в то встречное здание на крышу. С другой стороны улицы вообще. Блять, да что такое? Почему?
кажется. Так, вот этот кружочек и... Ну давай, давай! Блин. Два грёбаных столба, мать их, так, а? Черт, садись давай. Хорошо, хоть не за мной. Ну, давай еще раз. Там вот делают два столба таких вот тонких, знака указательных. Они, сука, мешают. Ну почему, елки-палки, удар-то не происходит? Высоко, что ли? Я не могу понять. Низко же. Ну да, тут ниже, тут выше. Да должен брать. Все равно один хрен должен браться. Ну хорошо, давай так. Да нет, ну видно же, машина. Колесо бьется отлично. Все поднимается максимально. И куда дальше? Ну хорошо, попробуем вот так. Вау-вау-вау-вау-вау! Есть! Я попал на здание. Прикинь. Я это заснял. Хорошо, хорошо. Да, тут как теперь с этого здания слезть-то, блин. Твою мать. Не, ну бери мотоцикл, ты что ты делаешь-то? Ну все, ну ладно, хорошо, хорошо, хорошо. Ну чё, я выполнил еще один челлендж такой, в принципе, неплохой, но есть. Пусть немножечко с небольшими, так сказать, шероховатостями, но выполнили. Да гробаный ты иншуранс, давай мой мотоцикл, я же его взорвал, уже надо это... Mutual insurance. Да, мой МХХ мне нужен, мать. Твою, блин. Нехорошая. Мацафака. Так, давай-ка ты, механик, принеси мне мотоцикл. Интересно, какой мотоцикл? Давай попробуем бати взять, как пацаны говорят. Бати вас этот один раз. Посмотрим, на что он способен. Так, хорошо, готов, давай. Бля, машинка, откуда ты взываешь? Блять, сука, она начинаешь мялить. Блять, да что ж такое? Ну чё, попробуем обойти сделать этот трюк. Да, он скорость набирает, конечно, не так, но набирает. Да, ему не хватает скорости долететь до крыши. Он может быть бати нормальный, но видно ему, да, скорость. А ну-ка давай здесь попробуем вот этот трюк, как он его сделает. Потому что вот мы заметили, бати, он на некоторые трюки его просто не хватает. Может быть, ребята там и юзали какую-то дрянь всякую, а? Да. О, кстати, смотри. Бати заезжает на здание. О,
вот это, да, здание, по-моему, здесь заезжать хотели. Ага. А ну-ка попробуем заехать на здание. Давай, малыш, посмотрим, на что ты способен. Ну что, скорость запредельная, желания много. Что-то пошло не так. Что еще разочек? Что нам несколько раз? Это... Блядь! Выбил ты мотоцикл, прикольно испадает. Ща, погоди, слышь, вот этот, короче, вроде на здание залазит мотоцикл. Живой-то, нормально. Вытолкай его, короче, оттуда я взять не могу его. Сюда его вытолкай, да. Не понял. Надо взрывать. Да не. Должен. А, все, взял. Так, ладно, давай-ка я попробую еще раз. Я думаю, будет отсюда достаточно. Давай драгонку. А не с этим мотоциклом. Ой, ты видел, куда мой труп улетел? В небеса, блядь. Ой, блядь, я не знаю, но я думаю, наполовину здания, если не полностью, то точно я вылетел. Я отсюда говню. Короче, давай-ка. Что нужно сделать? Возможно, стоп, вот здесь надо сделать удар, правильно? Первый, где ты сейчас стоишь. Давай-ка попробую так сделать, двойной удар. Первый удар об бордюр, второй удар об большой бордюр, а потом, по идее, я должен заехать на здание. Давай попробуем. Чем, как говорится, не шутит GTA. Так. По-моему, я прав. Только ты стоишь. Я смягчил тебе падение. Ты не смягчил падение, ты... А, вот да, правильно, стой, да. Ты мне как раз не дашь заехать не на ту часть бордюра. Ты как ориентиром будешь, правильно стал. Я просто тебя увидел, испугался, и что-то как-то мотоцикл дернулся. Блять, это был стоп. Дебильный, блядь. Да, вот эти вот, да не эти, вот эти тонкие столбы, видишь, они стоят, они сбивают. Да еще разочек. Зато батьки хорошо тормозит. Ехай же. Ехаю. Бренное тело упало. Что-то не так. Что-то делается не так. Что конкретно, сложно понять. По идее, должно же быть двойной удар об этот и об этот. Мотоцикл чем перережу, что ли? А, нет, вот. Странно. Давай попробуем. Ну-ка, тебя там снимают, кстати, на камеру, если ты посмотришь с правой стороны какой-то не грила, блядь. Видел, да. О, мой мотоцикл, короче, попал под машину Porsche. Это как так, блядь? И причем чувак пытался поднять мотоцикл вместе с Porsche, не удалось. Подожди, ну я не знаю, по идее он здесь залетал. Надо будет, конечно, видос посмотреть, но, по-моему, все-таки он залетал здесь. Блять, в итоге улетает мотоцикл, блин, а не я.
Я уже думал, вверх ногами. Пиздец. Все трупачело. А я бегу в твой Rolls-Royce. У меня тоже есть Rolls-Royce. Ты что, решил с мусорами погнобиться, что ли? Глаз прям попали. На то они дяди мусора. Чтобы таких, как ты, где плохих дядей наказывают. Так вот, теперь поставил здесь машину посреди этих. Сейчас я побыстрее отъеду, чтобы они исчезли, как... текстура. Блин, она осталась там стоять, мать это. Какая разница, кто тебе мешает? Опа! Ну чё вы, откуда появились, блин, оба? Что один, что второй? Возьми эту мусорскую тачку, отгони. Вот эту. Она стоит, мешает. И во-вторых, она пробку собрала. Просто в сторону её отгони куда-нибудь на асфальт. Я думал, она исчезнет, а ты, видно, подъехал, и она осталась как часть текстуры. Все, я еду, я лечу. Я монстр, я летящий на крыльях ночи. Да что ж такое происходит? Почему? Не могу понять. Я полностью поднимаю хвост. Да, вот. Бред какой-то. Вот же он полностью поднимает мотоцикл. Может быть, надо чуть-чуть заранее поднимать, может он не до конца полностью поднимает. Угу. Ну ладно, сейчас попробуем, если нет, то можно идти спать. Нафиг, да. Что-то какая-то фигня, завтра надо разбираться. А, да, может быть, даже в данном случае еще та фигня, что здесь просто ничего нельзя сделать. Ну что, поехали, я про машинку в Eclipse поставлю потихонечку. Чтобы все красиво было. Ой. Да, и пойдем потихоньку на боковую. Завтра надо все ролики разобрать. Днем разберу все ролики, сяду спокойно. Все лишнее поудаляю. Ух, как я в Эклипс. Мордой-то прилетел шикарно. Да убери ты эти все стволы, нафиг они нужны, дебильные стволы. Дом, милый дом, home sweet home, да? Да, тяжелые будни, конечно, товарищи каскадеров. Ну вот еще один день закончился, рабочий, как говорится. Интересно, какой же мотоцикл по стене будет лазить хорошо? Надо разобраться. У меня их теперь много. А ты байкерский не брал? Нет, зачем? Ну он же ничего не даст. Просто кататься на них. Да, нафиг. Это он там есть как-то. Димка говорит, зашли на какой-то сервер. Там куча байкеров был, иностранцев, короче. Они их там. Да, хексеры вот эти. Они их пытались как-то пострелять там. Что-то в итоге им по голове дали. С кисиком, по-моему, они как раз были. Я уж точно не помню. Ну ладно, буду, наверное, закругляться. Ну все, давай, я тоже тогда потихонечку ухожу, все. Да, давай, пока. Все, до связи. До связи. Будем на улицу.